Всем привет, дорогие друзья! Вы знаете, что у Суворов. Сейчас надо выиграть игру Angry Birds. Итак, погнали! Сегодня мы заканчиваем с вами шахтерские приключения. Мы передадим Энда. И потом у нас начнется Birthday Party, день рождения, видимо. У Бабуса, он впервые появится в этом эпизоде. Потом будет Пиггет, прокачавшийся Ред, Дот и Яйца. И пляж. Ну а пока заканчиваем шахту. Так, первый уровень. Так, уже начинается любопытненько. Так, ай! Но я надо было делать не так. Как я сделал. И не так. Хочу попасть между вот этим и этим треугольником. Так, как-то сложненько. Ну ладно, тогда будем бить вот так. А, далековато, ну ладно. Неплохо попал. Капрал почти вдох. Так, усатый барон зато спекся. Это хорошо. Да. А это уже не очень-то хорошо. Да. Все спёкнитесь. Может, Матильде надо было сюда пробиваться, потому что Чак не пробьет. Ну, видимо, да. Видимо, надо Чака сломать эту палку. А Матильда должна пробиться до динамита. Иначе как по-другому-то? Ой, рано нажал, ненавижу. Играть за Матильду, если честно. Да я сейчас еще более-менее нормально играю. Раньше я до нее вообще отвратительно играл. Сейчас я еще более-менее разобравшийся. А эту сломать палку, Чак, ну Чак, ты чё, Чак? Так, ой. Не получилось, а. Давай поближе подкрадемся. Это слишком далеко, но я сломал палку, так что ладно. Как труп Чака ее сломал? На, взорвал. Петранс, видимо, должен делать основную работу. По уничтожению всего остального здания. Давай, сталкивай Капрала. Все, Терренс раздавил его. Так, и на. Разобрались. Сколько звезд? Две звезды? На одну, мне кажется, не тянет. Нет, на одну. Ну, ё-моё, а как там по-другому было пойти? Так. Ай! Никуда отправил Реда. Какая-то палка неудобная. О! Сейчас должно быть весело. Чё, посыпется. Так, давай палку ломай. Палка, это, мне кажется, мешать нам будет сейчас. Да, отлично. Отлично. О, надо в мелкого свина вот так. Так, главное не промахнуться. Фух, попал четко в него. Там было легко промахнуться. Сколько одна звезда. Ну, блин, одни звезды пошли. Непорядок. Так, лопата какая-то. Ну, допустим. Я уничтожил лопату зачем-то. Не, надо, видимо, хотел допустить так, чтобы он лопату скинул на динамит. А он сам ее уничтожает. Злодейский хелл. Так, на. И еще это нам дает, да ничего не дает. Так, как бы нам хеллы использовать? Так. Да эффективно он ничего не делает. Так. Ой. Тухло его швырнул. Так, давайте все-таки. Хотя можно не пользоваться его способностью. Можно его напрямик вернуть. Да, да, его способность как-то неэффективна. У меня получается использовать. Вот ты, ну ты, Матильду просрал. Ладно, попробуем еще раз. Можно тогда здесь попробовать чего-нибудь наломать дров. Давай, падай. Упал. Это хорошо. И ну получался. Так, опа, на. Не скинул здание, а как нам его ломать? И причем здесь лед. Чтобы Чак не мог, если что, ничего сделать. Так, который какой-то пакостный. Не люблю, что мы здесь застрянем. Да и вообще шахтерки уровни. Так я и говорил, для меня достаточно сложные. Сложнее всех предыдущих. Так, сложнее, чем ковбойский. На, скинуть здание.
Наверное, надо его за Реда скидывать. А я Реда просрал. Или чем-то в каску свиную влетел. Рафаэл, почему ты не можешь нормально полететь? Так, ты же можешь с большой задержкой падать. Это слишком большая задержка, Хэл. Так, ладно, да куда? Вот не как надо летит эта ненормальная птица. Да ё-моё. Ну падает тогда динамит дорвишь, что ли. Как же его использовать так с толком? Это не с толком, хотя если он взорвет динамит, все равно не с толком. А, блин, это никак не пробить. Хотел бы вот эти вот палки снести. Это было бы прям хорошечно. А придется довольствоваться разрушением задней части. Длинной конструкции. Оу, я что-то вообще... Ложаю. Падайте отсюда, а. Хелл, ты какой-то слабый. Вот самая ненужная птица на этом уровне. Хотя Ред еще более не нужны. Вот Хэл на этом уровне плохой. На этом уровне Хэл не помогает, только мешает мне. Так, аккуратно. Юк. Да ё-моё. Лети, Хэл. Опа. Да как мне до этого так получалось? На, уходите отсюда. О, надо было сразу так сделать. Вот, нашел слабое место конструкции. Теперь надо вводить по зданию. Так, материя накопрала и разрушила лед. Отлично. Ред. Так, ой, падаем, падаем, падаем. Так, ну как-то должен расправиться с этим гадом. Да, и взрывай динамит. Все, расправились. Судя по всему, снова одна звезда. Я все-таки всех птиц потратил. Да, одна звезда. Хэл, толкай! Вообще, по-дурацки. Хэл, ты в шахте не нужен. Иди в шахты отсюда. Иди в леса. Иди в небеса. Ты в небесах хорошо прошел. А вот здесь в шахте ты не нужен. В шахте ты только мешаешься. Знаю, что делает так. Йо, не нужен Хэл. Фух. Ай, ну хоть динамит взорви, хоть толкнул бы камушек. Негодник Хэл. Давай, ну хоть так. Так. Что-то вообще. Плохо все, плохо. Матида тоже плохо. Так, все плохо. Так. Ну, лети. Дохлый номер. Давай, толкай камушек от седова. Не забудь прыжки свина. Будем напрямик тогда стрелять. А, все равно способность Хэлла здесь только мешает. А, не должно было быть рассчитано, чтобы я использовал способность Хэлла, а не напрямик его швырял. Я удивился просрать такой хороший раунд. Ё-моё, да вообще. Ахтовская война. Со свиньями. Так, падайте все. Все упало, все пропало. Катись, свинтус. Отседала. Так, Матида, да блин, вот за счет ты попала в деревяшку, ты должна была попасть. Между. А теперь все пропало, и до тебя, Матида. Матида, ты виновата. Так, сюда дохлый номер стереть. Прямо с Матида прокатит. Так. Да ё-моё, Хэл, как ты меня бесишь в шахте. Ты в шахте не нужен. Ш-
шапки ты не нужен, иди в свой лес, иди на небеса, там в небесах ты хорошо дрался. А вот здесь ты плохо сражаешься, так что уходи отсюда. Ты там больше не нужен. Твои услуги мы уже по полной использовали в других эпизодах. А здесь ты не нужен. Во, видишь, соседство Матильда нормально попало. Чак даже не понадобился. Все, конец. Снова одна звезда. Пошли одни звезды идут. Так, сносим. Сносим все это отсюда. Вот так. И куда Чака и куда Реда? Хороший вопрос. И чё это я ел такое? Так, что дальше после блюда что-то делать? Ой! Тухло попал. Так, я тухло и тухло попадаю, но как-то я все-таки победил. Еще не победил, но свалил эту постройку, дурачку. Так, падаем. Опа, они смогли Тина прижучить. Это хорошо, Чак. Давай, падай на свина мелкого. Так, Рэд сможет? Так ощущение, что Рэд не сможет. А, оно само посыпалось. Надо было дождаться, может быть, получилось бы. Вот, так как-то мне не получится разобраться с вот этим первым свиной. Нет. А сюда это как-то не особо эффективно получалось. И что мне делать? Надо как-то с одних блюдов повторить, чтобы они уничтожили еще спереди. А те двое. Только сзади все крутили. Так. Ничего не получается. Так, ломай. Падай. Опа, получилось. Свали. Только сейчас теперь там не пробьет. А нет, пробил. Молодец, Чак. Я недооценил твои силы. А ты падай. Хадина не упала. Так. На, толкай! Всё, вот так-то. Толкнули все это. Победа. Наконец-то хотя бы две звезды. О! Что-то интересное. Так, маленький отсюда, а. Всё. А нет, там кто-то вышел. Да как ты посмел выжить, засранец? Да, или это уровень не должно было быть золотых яиц? Он говорит, так будто бы там сверху лежало золотое яйцо. Вот здесь где-нибудь. Так, повторяем, я Чака просрал. Ай! Ну я что-то сделал. О, нет, этот свинь по-прежнему живой. Так, опа! Давай, почему ты как ты выжил? Йо! Матильда, ты лошара! Да блин, ну что ты ешь? Как-то отвратительно прохожу. Да, ой, да еще я так далеко его швырнул. Может это? Это какашка все равно выжила. Нет, да что я так далеко швырял? Так, о, да то этого говнастика прибило. На! Ну взорви динамит хотя бы. Это еще нам не дало. Так. Это нам ничего не дало. Только... Куда я Чака отправил? Так, опа, на, отлично попал. А может это не отлично? Куда я стреляю? Вот так-то. На, что-то плохо попал. Так. Это сложненько тут начинается. Опа, 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 падайте камни. Падайте, ура, раздавил центральных злодеев. Ведь они теперь за теми дальними злодеями. Да как ты удержался? Ну блин, как этот уровень пройти? Здесь не хватает пятой птицы. Так, явно не хватает пятой птицы. Хотя, прошел.
Вот так вот внезапно труп Матильды зарешал. Одна звезда, ну тут понятное дело, одна звезда, это хелл. Попади вот в эту дырочку. И все будет окей. Он зачем ты попал не в дырочку, непонятно куда. Ну ладно. Это Чак попал, хорошо. Прям рассчитанно попал Чак. Так, это не гуд. Хелл, повторяй. А точнее, не повторяй, а улучшай результат. Он повторил результат. Нет, мы хотим улучшение результата, а не повторение. Не самого эффектного результата. Попади в деревяшку. Такая маленькая, такая противная деревяшка. Такую фиг пробьёшь. Да блин, опять этого финика позавалило. Как мне его бить? Тем более каким-то там рядом. Я бы нахал должен болеть заднюю часть, а эти разбираться с передней. Опа! Пробил заднюю часть. Давай, наклоняйся. Падай, устраивай цепную реакцию. Ай! О, ноу! Плохо! Это явно не вы. Блин, промазал. Меня уже бесит, еще раз уровень есть еще один. Хотя я, потому что я помню, что пиздецки еще хуже. Когда мы уже сможем перепрыгнуть в Реда, там будет классно, особенно во второй части. Где Твинди будут на нас ехать. Там, правда, придется побомбить. Там будет не просто, не легко, но там будет интересно. Не то, что здесь какой-то там шахте. Ай! Так, все попадали. Но плохо попадали. Так, опа! Как-то там центральный твин умудрился сдохнуть. Вместо нужных свиней помер какой-то центральный. Опа, опа, опа! Зачем, кстати, экран приблизился? Я не нажимал. Ай! Нет! Йоо! Ну все, это фейл. Да меня, да ё-моё, хелл, короче, вперед! Ты все равно сзади ни хрена не сделал. Так что все, в атаку! В атаку продавливай! Продавливай! Дави все! Йо! Чак! Может, я тебе разломать центральную палку? Да блин! Ненавижу уже этот уровень! Так, говно, а не уровень! На, опа, наконец-то хелл зарядил как надо! Вот, это было хорошо, главное, чтоб Чак... А Чак просрался, блядь! Теперь мы до нижнего хрена никогда не доберемся. А, Чак! Ты позор династии! Позор джунглей! Ну ёпта, только хал-то хорошо попал, и Чак облажался, блядь. Ужас. На, хотя повторил хал, и даже этот жду. Так, да блин! Обвалите в стенку! Почему каменная стенка удержалась? Это фейл! По-другому и не скажешь. Хотя Ред! Давай, падай, падай! Ух! Наконец-то порешал этот уровень. Ну и одна звезда. Пошли деревенька. Думаю, это не должно быть сложно. То, что я вижу. Так, первый пошел. Второй пошел. Так, сейчас третий полетит. Третий полетит, пошел. Так, и тут какой-то проблемка перед нами встала. Так, долби. Опа. Так,
Шелби! О, на! Шелфиго попал! Так, что-то я творю какую-то дичь. Ай! Стреляем! На, падай! Палка удержала! Падающее здание! Да ё-моё, Ред, ты самый бесполезный пиц в этой игре, даже бесполезнее, чем в Хэлла Матинда. Ну всё, Кред, ты слабый. И ты при этом являешься сильным Рубиборд, хотя ты самый слабый. Не люблю. Так, на. Всё, Ред, я придал тебя за что мотивать ты свои игры. Не самыми ласковыми словами. Теперь ты будешь на зло моим словам. И все делать хорошо, и массово крушить. Давай, Ред. Покажи, что я был не прав. Ред не хочет ничего доказывать. Это все равно. Он пойдет творить дичь дальше. Так, на. Ой, да блин, чуть это не вылетело. Падай. Вот тогда не сын там противный, как до него добраться? Чё? Гаси! Гаси! Почему ты не загасил? Почему так просто оказался уровень? На! Так. Под наклоном, на! На! Так, я то, на каком расстоянии ты активируешь шаг, влияет на его силу удара, а то у меня складывается ощущение, что чем больше расстояния ты активируешь кнопку, тем он лучше ударит. А в люзе наоборот, чем ближе ты расстроишься, тем не сильнее ударит. Так, на, папа. Наконец-то задний хрен сдох. Теперь это мы порешаем. Да нет, какого сена опять завал? Ну Ред не умеет завалы разгребать. Ред только толкает. А какого сена ты еще пошел через задницу покучиваться и двумя шарами? Так. Да куда улетел раньше времени? Ой, я так не хотел сделать. Ну ладно. Это может быть выигрышным сочетанием. Хотя вряд ли. Опять этого говна завалило. Долби его, Ред. Наконец-то мы справились. Уровень оказался сложнее, чем кто-то мог подумать. О. Нет, я не буду одеть Чака, лучше потрачу Реда. На скалогниты или как их там называют. Как раз Ред все равно слабый толкальщик. Так. На. А в первом эпизоде Ред-то был неплох. Ай, когда мы только начали проходить. А сейчас он стал слабым, таким слабым, ничего не может. Ред, ты теряешь хватку. Так. На, попадай. Крушить здание. Круши, давай. Динамит не взорвался. О, оно не долетело. Зато Ред прилетел четко. Во, Ред справился со своей задачей. Уровень закончен. Но об одном видео. Как у нас тут уже одних звезд, но только пару уровней на 2 звезды было пройдено. 10 уровень. Так, выглядит надо стрелять. Динамит. Я бы не сказал, что это было особо эффективно. А для этого не должно было быть золотого яйца вон там где-нибудь. Да блин, да чё это? Я чаками тут как копало. Я стрелял. О, вот так надо было. Уничтожить. А не как я в прошлый раз. Не особо эффективно ты динамитом воспользовался. О, бомбер! Бомбер сила! Ну чё ты этой силы ни хрена не сделала? Хотя, погодите, там сейчас все упадет без меня. Мне осталось только тут разобраться. Все. Изи. Легко. Аж все звезды дали, хотя всех птиц потаил. А еще хорошо раскрушил. Так, если я сразу сюда жахну, это что-нибудь делать полезное? Нет, ни хрена полезного. Нифига полезного. Хотя, может быть, что-нибудь полезное будет.
Так, давай, Матильда, толкай камушек, я помню, тут что-то такое противное было. Так, на, я что-то там сломал. И на, со всей дури, разлетелись кто куда. Камни, ну они сильно ничего не покрушили, но зато выезжаюсь от нижнего чертика, который там сидел. Ты че, который в туннеле. Туннель смерти. Давай, все, падай, Ред, ты долетишь. Ред еще и слабо летает. На, ну он справился. Задача просто раздавить свинью. Это у Реда тоже хорошо получается. Так что Ред нужно для того, чтобы толкать и давить свиней. Крушить он не поставит. О, сундук! Что в сундуке? Так, сейчас берем сундук. Так, добыли, я не смог. Да походу яйцо! Да походу яйцо золотое! Да нет! Так, вас просто сливаем двоих. Вы нам не нужны, вы не сможете добраться сюда. Нужен Чак! На, яйцо, я нашел золотое яйцо! Я нашел золотое яйцо! Ух ты, пух ты! На! Вот смотрите, как это хорошо толкнул. Вот так гадость я такую. Там теперь не достать нам оттуда. Что я делаю сейчас опять? Стреляю. На, бум. А, так, а как с этими как-то решать? На, тут-то понятное дело. Как оно выживает там? Да блин, что я делаю? Фигню какую-то творю. Давай, падай, как падает. Классно, да. Да ё, это что за живучее здание такое? Ред, круши его со всей дури. Да как оно там держится? Странные блоки, которые его удерживают. Так. На. Так, все падает. Так, а как туда-то добраться? Погоди, погоди, как это сделать? А когда отряда избавиться? Не таким способом. Так, чтобы он был эффективно использован. Это не эффективно использован, это промах. Так, на. Опа, оп, опа, давай, Ред. Ну, Ред, ты зачем своим трупом мне тут все испортил? Ап. Так, что делать? Все пошло через задницу. Хотя, может и нет. О, я тут уже ничего не сделаю, так что, Ред, ты должен что-то сделать толковое. Вот. Так. Ред не хочет делать ничего толкового. Все, что Ред может, это скинуть вот эту хрень. Так, на, Матильда. Опа. Это не помогло. Так, Чаки. Так, а как это пройти? Какие противодуры не пошли. Вообще, жесть полная. То, что было вначале, это было фигня. Да, давай. Рухни. Чего она не рушится? Тинтас, гадкий. Гадости вы этакие. Может, сосульку надо все-таки сбить. Кидаем эту каменную сосульку. Там огнит. Так, а теперь Матильда, взорвище! Так, ладно. Камень! Вот я рад, что Чак попал в камень, потому что надо толкать! Взрыв! Все, родни слей, надо было сосульку стрелять! Сразу! А не сразу все здание скидывать. Две звезды. Я неплохо покрушил. Так, высотого оборону надо голову снести ему. Ну, снес голову. Знаете, это напоминает мне один уровень еще в начале игры, где было два Чака, две свиньи и камень сверху. Очень похоже на этот уровень. А что я так высоко полетел?
Так, этих халам лучше по капралу бить. Это они эффективны. Опа! Нет, я не словил ничего. Так, все полетело налево. Так, тут как-то не хватает четвертой птицы. Ну, либо я что-то в целом не так делаю. А потом я его просто вперед отправлю. Мешает мне эти хелы только со своей способностью. Хел, пропади. Ты еще и тут решил мне мешать? Все, молодец. Ну, все сдохли. Я сказал, сдохли. Какого хена ты уцелел? Противный карточный капрал. Вот говно этот капрал. Падайте всем. Я сказал всем падать. Активные уровни идут. Один за другим. Только это тоже сижу. Таким темпом это видео будет и сейчас. Вот она череда невезений, а не то, что я назвал череда невезений. Так. Так, ай. Так. Бьем тогда в камень. Нет, камень бить не надо. Так, опа. Так, падай, круши, круши. Хотя мусора нет. Можно долбить. Так, опа, опа, падай, ну падай, падай, падай. Ну сдохни. Ну что мне с ним сделать? Да то этот выживает. Да говно какое-то. На. Круши, Хэл. Хэл, ты говно, ты так мешаешь. Лучше дарить трех чаков. А то этот Хэл ничего не может. Хэл, понял. Ты отстой. О, Хэл смог. Ну что могут чаки против камня? Они даже этого не столкнули. Да блин, это каменная палка! Это чертовая каменная палка и чертовый карточник. И чертовый усатый ворон. Так, вот нифига не бьется. А что за отстой уровень? Как он меня бесит? Ненавижу шахту. На, да и чё, это ни хрена не дало. Ну, может, хел, если только хел пропадет. На, все развалилось, непонятно как. Кто этот свин остается? Здесь не хватает четвертой птицы. Не хватает птиц. А как же меня уже сюда турбин заебал? Так. На. Ура! Наконец-то! Осталось только не налажать. Фух, поймал его. Родина входит в веки даже на две звезды. И сразу уравнивает. Это что-то головоломка. Так, и что мне тут делать? Ой, какая-то головоломка. Ну ладно, пусть так будет. Давай, долби. Так, сейчас сверху разберусь. И вниз пойду крушить. Да какого там выжил говна кусок? Так, блядь. Опять же пиздец начинается, на! Мелкий гад, помри там. Так, мелкая гадина. Сдохла! Мне надо разобраться с верхними мудаками. Еще будет заебок у нас. Долби и Ред только должен не взорвать на них. На! Так, хорошо, разобрался с этой головоломкой на две звезды. О, король свиней, кого я вижу?
Так, попробую включить магниты. Так, нет. Сундук. Надо из эксперимента сначала сундук раздолбать. А то мы уже в сундуке находились, сегодня золотое яйцо. Надо раздолбать сундук. Нет, этот сундук бесполезный, в нем ничего нет. Опа! Давай, падай. Падай хорошенечко. Не нападала. Так, мачту разломал кораблю. Теперь открылся доступ. Королё! Долби короля! Какого стена он выжил? Ты мы попадали в кис, это должно с ним расправиться. О, там башня осталась! Ах ты башечник! Ах ты урод! Да уродом сразу! Нет, урода сразу не побороть. Это мачту скинуть. Так, лево руля. Так, даешь долой башню по свинским злодеям. Да блин, этот свинский говнюк все усложняет. Куда Чак улетел? Так, опа. Так, опа. Что я творю? Хопа, скидываем башню нафиг. И динамит взрываем, только король остался, он еще и жирный, этот король. В плане хп жирный. В плане габритов это и так понятно. Так, он еще и в плане хп много у него, хрен убил аж. Называются подобные черти. На, опа, сошвырнул там башню. На, прямое попадание в короля. Или в динамит, либо в этого гада. Либо и так, и так. Ура. Лопата. Как целая еще сколько бы за эпизод. Ура. Ну, три звезды не дали. У меня ни один раз не было три звезды до сегодня, по-моему. Чё, пройдено. Наконец-то, птица, выбрались из шахты. Получил король. Получил, получил. И не смотри своим глазом отвратительным. Уберите этот глаз. Всё, открылся седьмой. Смотрите, уже 6 эпизодов прошли. Начинается седьмой эпизод Депать, но он короткий. Тут всего две линии. Здесь, кстати, тоже всего две линии. Вот в этих уже по две линии. Ну и отдельно золотые яйца. Ну так немало, как вы видите. Хотя я еще много чего не открыл. Как вот где-то в сундуке прячется, еще чего-то вопросит. Ну, вообще, еще впереди много контента по Angry Birds. Еще и другие игры есть. Ну, а пока на этом у нас сегодня все. Ну, и все, спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте видео в плейлист, и все, пока-пока, до новых встреч.